Видите, его незаметно. Вот. Обычно бывает так в этом случае. Есть там оружие или там какой-нибудь хороший боксер. Обычно два раза по рукам стукнешь, он так руки подтягивает. Но у него еще есть ноги. Он потом еще ногами начинает так. Не думаю. Ты ему когда два раза дашь, еще по рукам ногам, он потом начинает танцевать. You should, when you hit twice to his head, he tried to use his legs. And after you twice hit his legs, he will start to dance. А так, с виду такой, в общем, предмет простой. Well, it looks like very simple thing. Ну, не дай бог никому. Спереди страшно. Сзади не так страшно. Ой, ты что же нет. Видите, он обороняет как спереди, так и сзади. Ну и собаки почему-то их боятся. Можешь нападать на брошку. Давай. Благодарю вас. Друг. Друг в беде не брошен. Казах кубака в беде не бросит. Когда не нападать, ошибка. После первого раза. Пропадает. Да, такое желание. Беседы хочется. Да. Не ускоряйся. Скорость здесь мы решим. Да ладно, вдруг решим. Скорость очень хорошая вещь. А теперь хочется просто подойти и пожать. Спасибо, братья, что получил.